И сегодня в Пензе состоялось заседание общества хирургов. В этот раз темой разговора ветеранов этого направления в медицине и действующих врачей стал приятный повод – 60-летие больницы скорой помощи. Многие из гостей стояли у истоков образования учреждения. Они отметили, что в самом начале все было по-другому. Тогда мечтали о помещениях побольше и увеличении штата. Приемник. Это маленькая комната для посетителей, 6, может быть, квадратных метров. Чуть побольше, где сидела медсестра и втискивался хирург, чтобы записать историю болезни. И две кушетки, на которых были больные поступающие. Рядом была санитарная комната. Вот. Лаборатории ютились тоже как бы в какой-то степени приспособленных помещений, вплоть до того, что лаборант в коридоре сидел. Чуть позже штат возрастет до 130 человек, количество санитарных машин увеличится до 147. Город стали обслуживать 5 круглосуточных врачебных бригад. На сегодняшний день, кроме центральной, созданы еще несколько подстанций скорой помощи, появилась единая диспетчерская служба, благодаря которой происходит централизованный прием и сортировка вызовов пациентов со всего региона. Их количество, например, в разгар пандемии доходило до 2500 в день.